В субботу в московском центральном детском магазине на Лубянке прошла третья в истории КХЛ «Талисмания», победив в которой «Зубрик» из Минского «Динамо». А вот в воскресенье на этой площадке уже провели открытый урок хоккея с КХЛ. Рассказать о хоккее было что, и главное, было кому. Ну, я играю, только учусь. Там можно стоять на воротах. Больше всего получается забивать голы. Если заниматься профессионально, то сложно. Если так развлекаться, то более-менее. Надо сказать, что программа урока вышла за рамки привычного формата. Виной всему талисманы команд. С ними каждое задание – это приключение. Вот известный блогер Алексей Янгер примеряет на себе хоккейную экипировку. Вот в раздевалках команд талисманы тоже помогают всем одеваться. На образовательном празднике появился и президент КХЛ Алексей Морозов. Правда, его визит был неофициальным. Вместе с семьей он также собирал автографы талисманов Лазурного хоккея. Такого масштаба урок хоккея с КХЛ еще не видел. Много улыбок, танцы, конкурсы, викторины и, конечно, фотосессии. Ну как тут не стать хоккейным болельщиком?